в Южной Корее мы стояли на берегу. И такое ощущение, вот эта вот энергетика, как будто вот ты просто пополняешься. Пейзажи и натюрморты, порядка 60 работ. «Зеркало души» автора можно увидеть на персональной выставке картин Людмилы Жгун. Барнаульский юрист, доцент кафедры частного права и теперь художник-любитель. У меня дочь младшая, и она мне говорит: «Мама, ты же в детстве как-то рисовала». Я говорю: «Ну, это рисование, у меня сейчас времени нет». И она берет, мне покупает 6 уроков. И я пошла, и все, и меня это затянуло. И я понимаю, что это для меня дополнительное вдохновение, дополнительный отдых и, наверное, какое-то получение дополнительной энергетики, да, энергетики, которую я восполняюсь. В детстве Людмила Жгун хотела стать режиссером и даже поступила в Алтайский институт культуры, но позже связала свою жизнь с железной дорогой, после с юриспруденцией. Однако тяга к творчеству никуда не делась. Какой-то период времени ты должен, ну, меняться. Как говорится, профессию ты должен изменять что-то раз в 5 лет. Ну, пусть это реже будет, да, но тем не менее нести добро. Здесь картины, наверное, представлены, ну, моя, наверное, душа. Так картина «Сквозь горный туман» стала лицом выставки и несет особую ценность для автора. После каждого клиента, когда смотрю это «Сквозь туман», это просматриваешь просто сквозь человеческую жизнь. И каждая судьба, которая идет, душа, сквозь этот туман, но она находит выход. Поздравить автора пришли близкие коллеги и наставники по художественному мастерству. Это человек очень красивой души, это человек очень больших возможностей. Вот очередная выставка, она показала вот очередную грань, которую, в общем, я не перестаю удивляться. Все тона в работах яркие, сочные. А вы видели, какое отношение к жизни у Людмилы? Вот такие же и работы. Очень хорошо, что подписаны года у работы. Есть работы там, допустим, ну, уже 24-го года, да? А есть те, которые действительно несколько лет назад были сделаны, и это видно. А если это видно, значит, есть рост. В планах у Людмилы не останавливаться на достигнутом и продолжать писать картины. Выставка «И сердцем увидеть мир» будет работать месяц. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.